Ленинградка одержала победу. Ну, посмотрим, что же произойдет сегодня там, в Питере. Гранкера. И не какого-нибудь блока, а выше блока. Каракурб на подаче, силовая ее подача. И эйс, эйс, турецкая диагональная. Очень. Наверное, сейчас у нее довольно сложный период в плане вот. Еще один эйс Каракурб. Точно ничего еще не сыграно, и будет преимущество, конечно же, площадки дома. Брат Каракурб, здорово, забывая руки блокирующих Ирины Капустиной и Екатерины Евдокимовой. Вера, ну и мастерство, наверное, Екатерины Евдокимовой. Здорово скидывает сейчас Эбрар Каракурб. И вроде бы натянулась под Копаева, но отскок. Сложный обман проводит Каракурб такой со второго этажа где-то там. И даже, конечно, старается разбросить своим нападающим. Есть прием Каракурб из второй зоны. И обман. Этот мяч. Но я думаю, что Аня под Копаевой казал... Выбитый прием. Высокая передача. На тройном блоке атакует Каракурб. Мяч в игре, но атаки не разобрались. На тройном блоке забивает Эбрар Каракурб. Вот сейчас и по высоте, и по темпу хорошая для нее передача получилась. Такая, да, и не... Сверху принимает Парубец этот мяч. Здорово в защите Курила поднимает. Еще одна классная защита Аллы Галкиной. И снова на Гончарову. Будет атака Каракурб. Попадает в площадку. Эбрар. Прям под самую лицевую линию, да, уложила эту. Линия Старцева лучше взаимодействует впереди. Ну, наверное, еще хочется сказать, что, наверное, продолжает еще Виктория Пушкина. Первый сезон в составе московской команды, поэтому я думаю, что действительно еще пока. 23 года этой волейболистки, и, конечно, еще может добавлять себя и для нас тоже. Брат Каракурб оформляет эйс непосредственно. Причем не стала сразу прикладываться со всей силой Брара. И по при счете 10-16. В защите Капустина после атаки Брар Каракурб. Здесь здорово Алла Галкина снова поднимает мяч в защите. Снова Каракурб вколачивает мяч в площадку. Сетки. Там нет защиты. Смягчает блок Костючек. Там в защите работает Галкина и Каракурб. Из 2 по 2. Блестящая атака. Ну и хочу отметить сегодня блестящую игру Аллы Галкиной. Давно мы ее не видели. Справляется с приемом Ксения Парубец. Брар Каракурб забивает от блока в аут. Классная атака. И ведь не просто прямолинейная атака. Не теряя высоты, провела атаку по первой зоне. В игре. Здорово страхует Нина Поповича после атаки. Ксения Парубец двумя руками перебрасывает Эбрар Каракурб и выигрывает этот мяч. Сложно был Хотя никто бы сейчас никаких претензий не предъявлял бы для Каракурб, если бы она не выиграла этот мяч. Это был просто... Каракурб.
отправляется на подачу. Пользовали тренер. Вера Костючек. Здорово страхует ее Алла Галкина. Каракурт. По рукам блокирующий, по рукам Маргарита. Ну и хорошо так в площадку приземляется мяч. Не то чтобы были какие-то сомнения. Ирина Флештинская будет выполнять локация. Но и очень сложно в этой ситуации принимающий. Принимающий тоже уже привыкли к ее подаче, которая летит. Да, ну а здесь скидка Эбрар Каракурт. Может, не совсем в кольцо осталось, не закрыто ни блоком, и защитники туда тоже не успевали. Ух, какая сложная передача. Эбрар Каракурт исправляет Мельчиков после забитого мяча. Ирина Мельчинская там просто упала, наверное. Да, упала на спину после этой передачи. Справляется с приемом Парубец. Снова Каракурт забивает по рукам блокирующих. 24-е очко. Многим возможно. Эбрар Каракурт. Силовая подача в прыжке. Ну что ж, в отличном настроении она отправляется на подачу. В партии еще много-много сил у нее в запасе. Смягчает блок атаку Капустиной. И снова Каракурт. Ставит точку в матче. Заслуженно. Одерживает победу.